А вот ученые сейчас говорят, доказали, что Библию переписывали 600 раз. И также вот все веды. Естественно. Правда? Конечно. Редактировали и переписывали. Создавалась раз? Специальная религия для рабов. А почему 600 раз? Так много. Сейчас опять... Ну, потому что все улучшали, улучшали и улучшали. В соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Ну, для себя они улучшали. Естественно. Сейчас Папа Римский говорит, что есть несоответствие, да? Естественно. То есть опять будут переписывать даже что-то. Да, уберут все, что Христос о них говорил, все уберут. Говорят, это все. 282 статья, нужно Христа сажать. За рациональные и религиозные розни. Ну что, давай в рост и будешь господствовать. Естественно, да. Да, они все это собрались убирать, действительно. Я не шучу. Действительно, а есть такое там движение. Это все будут знать. Это и Ветхий Завет им нужен там. Бытие особенно чистить. Да, все тоже будет чистить, там, да. Абрам родил там Якова, да, это вот то, что говорили, да, это гермафродита, да? Естественно, будет все скрывать, как мужик может рожать от мужика там. Это то есть на самом деле, это вот сам мужик родил мужика, да? Ну а там же прямую, там Яков родил, там это. Народ там Абрам родил там этого. Так естественно. А вот именно сам этот так Абрам. Понятно, мужик, что. Родил, они одну лунную фазу как мужская оса, другую лунную фазу как женская оса изначально. Но вы знаете, есть 5 форм гермафродитов. Да? Средняя форма имеет первичные половые признаки как мужчины, так и женские. Так же? Ну вот, вот, пожалуйста, вот они примерно вот такие, конечно. И одну лунную фазу, как бы мужские гормоны, он как мужчина может оплодотворять. Другую лунную фазу, женские гормоны развиваются, он может рожать. И сейчас такие есть. Ну, естественно. На что же они нам прививают такое?